Да, очень неплохо. Поверить, что моя мама политик. Она всю мою жизнь была учителем. А их работа чем-то похожа. Собираешь людей, учишь их, следишь, чтобы они ничем друг в друга не кидались. Мисс Моралес. Спасибо, Тим. Смотри, Роксана правда не забывает о бдительности, а? Это точно. Добрый вечер, соседи. Вы помните, чего мы лишились, когда Роксан разрушил квартал? Эй, ты чего? А я напомню. Да, просто вспомнил. Там была кондитерская лавка. Как на награждение, отец. Все делали лучшее домашнее мороженое в Нью-Йорке. И детский сад Джунипер. Все будет хорошо. Твою маму не дадут в обиду. Церковь Святой Терезы. Помните? По воскресеньям и средам пение хора раздавались на весь квартал. И сейчас Роксан развозит Нуфор. Это экспериментальное топливо по городу. Но молчит об опасности. Это послание Роксану. Ваш руководитель... Саймон Кригер – убийца. Плаза – это памятник его преступления. И я не позволю ее открыть. Подполье не позволит. У нас проблемы. Прошу сохранять спокойствие! Некуда бежать! К бою! Не волнуйся, иди. Я помогу твоей маме. Назад или будет хуже? Я помогу! Идем! Умели говорить, нам нужен только Роксан! Это не твое дело, человек! Напали не на тот митинг! И снова остановлю! Майлз, мы добрались до дома. Надя везет твою маму в больницу. Что? Она в порядке? Она повредила руку при падении. Не беспокойся, мы о ней позаботимся. Сам-то как? Что там, спокойно? Эта атака бессмысленна. Я думал, им нужен упор, но его там нет. Надо узнать, что умелец планирует дальше. Хорошо. Я захожу в твои данные. Помогу, чем смогу. Хорошо! Хиканди! Спасибо, что помог моей маме! Обращайся.
погашу вас и ваши светяшки! Могу приехать в больницу. Нет, будет в безопасном месте. Но ты ранена. А вдруг с тобой что-то случится, а меня не будет рядом? Милый, это не как у Радуши. Мы в порядке. Будь в безопасном месте, понял? Когда вернусь, разрешу тебе подписать мой гипс. Ладно, мам. Увидимся дома. Люблю тебя. Майлз, я видел, что произошло на митинге твоей мамы. Вы в порядке? Где вы? Двигаюсь к Брейтвейтскому мосту. Там был взрыв. Ясно. Но если покажется Роксон, беги. Понял? Они хотят найти виноватого во всем. И не факт, что выберут умельца. Ладно. Буду осторожен. Взрыв был таким мощным. Надо спешить. Просто разминка. Или обманка. Вперед! Вперед! Эй! Давайте не палить друг друга, а? Нам нужен только Нуформ. К черту все остальное! Кончайте с ним. Потом берите сколько сможете. Что ты делаешь? Он его дестабилизирует. Ложись! Отвлеките его! Попробуй встать!
сейчас. Все взорвалось. Все в порядке. После взрыва мост начал... Видим второго паука. Ждем указаний. Что происходит? Без понятия. Понял. Нет! Нет, я вам не враг! Что вы делаете? Он вы, спас да, нас! Вы. Он просто ребенок! Я все засниму! Его. Мы все увидим! Убрала телефон, быстро! Я сказал убрать телефон! Живо! Эй, а ну не трожь ее! Уходите! Последнее предупреждение! Я спас их! Что за черт? Куда он делся? Боже он мой. Что, упал? Его столкнули? Где он? Нужно помочь. Разве Роксон не должен быть всегда рядом? Они хотели меня пристрелить! Даже слушать не стали! Ты в порядке? Я не знаю. Сегодня с нами Саймон Кригер. Обсудим обрушение Брейдуэйтского моста. Слушайте, мне нравится новый Человек-паук, но это, как его там, биоэлектричество... Ты есть будешь? ...уничтожило собственность Роксона. И к тому же разрушила мост. Да что за бред? Все было не так. Умелец Фина. Она украла Нуформ. Не знаю зачем. А мост взорвался из-за меня. Нет, неправда. Я иду в штаб компании. Вам, мальчики, что-нибудь захватить? Могу принести Дульсу де Коко? Я думал, ты все бросишь теперь. С чего бы это? Я буду бороться за свой дом. Я же сказал. Но ты же... могла умереть?
Наша семья не сдается. Ты же знаешь. Мам! Я бы съел Дульсе де Коко. Если ты не против. Не против. Получив силы, я решил, что смогу все исправить. Сделать все, как Человек-паук. Говоря Человек-паук, ты всегда имеешь в виду другого. Ты Человек-паук. Ты все исправишь. По-своему. Серьезные дела, да? В такое время людям особенно нужен дружелюбный сосед. Нужно название покороче. У всех клевых приложений название короткое. Майлз! Наконец-то пробился. А, привет, Пит. Как у вас там? Я видел новости. Они были на Симкарском, так что или мозг взорвался, или пончик выкурился, что в данном контексте бессмысленно. В общем, я уже покупаю билет. Могу быть дома завтра вечером. О, нет, не надо. Все окей. Я выяснил, кто за этим стоит, и совсем разберусь. Обещаю. Ладно, верю. Но если будет нужна помощь, я сяду на первый же самолет. А так увидимся через несколько недель, ладно? Ладно, хорошо. Спасибо. Удачи в изучении симкарийского. А, зачем нужно 7 разных названий туалета? Голосуешь за Моралес? Однозначно. Отлично. Академия танца будет классную шоу. Извините, тороплюсь. Бежим! Пока. Ладно. Какой у нас план? У семьи Пина есть мастерская в центре. Раньше она всегда там работала. Возможно, и сейчас работает. А не проще будет просто позвонить и поболтать? Это вряд ли, чел. Когда я увидел ее на мосту, понял, что Человек-паук? Серьезно? Это же просто взлом! У тебя посерьезнее дел, нет? Не сегодня взлом. Получай! Попался!
будете знать, как плохо себя вести. Привет, снова я. Ты уверен, что не стоит просто позвонить Финни и поговорить? Зачем тебе эта мастерская? Это вряд ли чем. Когда я увидел ее на мосту, понял, что совсем не знаю ее. Надо выяснить, зачем она все это делает. Понял тебя. Делай, что считаешь нужным. И держи курс. А прежний Человек-паук вернется? Эй, в районе видели торговцев оружием. Помогите! Это правда. Уверен, все это оружие совершенно законно. Но надо проверить. И как я там... Не дайте ему уйти! Ну что, пацан, поиграем! Готовьте с окном! Это будет весело! Покажи, что ты умеешь! Ты об этом пожалеешь! Раздавлю, гада! Будьте потише! Ну или просто не совершайте преступлений! Все заколочено. Очень грустное зрелище. Надо пробраться туда незаметно. Не хочу привлекать внимание. Ну-ка. Эй! Боже, сколько пыли! Тут давно никого не было. Университетские тетради Рика. Он учился по ночам, чтобы работать днем в магазине. Парень был сгустком энергии. Кто-то не выключил свет. Вся команда, которая создала Нуформ, заболела? Стоп! Рик вел проект. Пропуск в Роксон на имя Элла Стерлинг. Но на фото Фина. Какие-то лекарства? ГМКСФ. Обычно им лечат заболевания костного мозга. Но у кого? Кирпичная кладка совсем свежая. Ого! Вот это я понимаю убежище. Видеозапись. Полгода назад.
Пошла тестовая загрузка. У меня полгруппы больны. А Кригер отрицает, что дело в нуформе. Пора это изменить. Давай я. Думаешь, мы готовы? Тянуть нельзя. Они начали стройку в Гарлеме сегодня, раньше времени. Отравить город ради бабла. Они находят лазейки. Плюют на безопасность. Нельзя дать им так извратить мою работу. Ладно. Сперва займемся ядром, потом сотрем все данные. Ты уверен, что они не сделают все заново? Нет. Нет, если мы уничтожим и те запасы, что в Джерси. А без меня они не разберутся, как работает Нуформ. И проекту крышка. Я буду снимать. Если что не так, запись пойдет прямиком в Бьюгл. Ладно. Готова спасать Нью-Йорк? Готова. Тут вторая запись. Проклятие! Не загрузилось! Телефон, что ли, накрылся? Я не позволю, чтобы все было зря. Обещаю, Рик. Они пытались закрыть проект разработки Нуформа. Но что-то пошло не так. Надо отследить ее телефон. Если получится. Ладно, давай! Исчезай, исчезай! Давай. Он здесь! Не дайте ему уйти! Он исчез? И так может? Мое исчезновение не слабо их напугало. Парни на стреме. Да. Лучше подожду, пока они успокоятся. Какой же ты... Да! Сюда, к компьютеру! Куда он делся? Здесь этот Человек-паук! Ты один! Тебе... Прощай, человек! Новые гости пожаловали! Успокоиться, тогда и нападу. Он рядом! Нутром чую! Чуть не попался. Да, не спрячь! Проще, чем я думал. Видимо, сработала беззвучная сигнализация. Так, вернусь к тому компу. Если найду телефон Фины, может, пойму, что случилось с Риком. И почему она стала умельцем? Вот, есть координаты. Позвоню Ганну. Скажу ему. Привет. Нашел чего в мастерской Финн? Да. Я понял, зачем ей все это. Что-то случилось с ее братом. Что-то очень плохое. Ничего себе. Рик работал в Роксоне. Был руководителем проекта Нуформ. Ого. И, похоже, Нуформ его как-то отравил. Саймон Кригер везде кричит, что он безопасен. Он врет. Финн и ее брат хотели остановить разработку реактора. Свернуть проект. И что случилось? Не знаю. Пока что. Финна все записывала на свой телефон, но она потеряла его в лаборатории. Я хочу найти его. Хорошо, я на связи.
Если что, звони. Ладно. Так, друзья мои, в нашем городе опять ЧП. Взрывы, обрушение моста, стрельба посреди часа пик. К счастью, обошлось без жертв. Но всегда так вести нам не будет. Что, если атака случилась бы несколькими днями позже? Воздух один, чисто. Лаборатории Роксон. Здесь появился проект Нуформ. Телефон должен быть где-то здесь. Кажется, я знаю, как туда попасть. На другом конце. Вентиляция стоит энергощит. К чему он подключен? Мне надо попасть внутрь. Я могу заряжать разные штуки. А могу ли я их разряжать? Поглощение энергии повредило генератор. Даже не верится. Я на месте. В лаборатории с вооруженной охраной. Эти каникулы запомнятся надолго. Я должен валяться дома, дрыхнуть, играть в приставку и есть печенье с этими коробками. Ну и куда? Я что, хожу по кругу? Парень, который все проектировал, явно приврал в своем резюме.
по трекеру телефон намного ниже уровня земли. Ой-ой. Во внешней части системы вентиляции поломка. Если там подполье, убейте их. Если паук или умелец, задержите. Понял. А если подполье? А что смешного? Черт, Майлз, для тощего пацана? Ты жестко бьешь. Дядя Аарон? Ты бродяга? Папа заводил на тебя дело. Я знаю. И уверен, у тебя полно вопросов ко мне. Но нам нужно убираться отсюда. Зря ты решил сюда вломиться. Я не уйду отсюда с пустыми руками. Слушай, я когда-то раньше работал на Роксон. Не стоит связываться с этими парнями. Если нас тут поймают... Так помоги мне. Упрямый, весь в отца. Ладно, но сделаем по-моему. Я знаю, где есть доступ к терминалу охраны. Буду тебя направлять. Управляемые мины. Используй, если станет жарко. Только не попадись. Видишь вентиляцию с лазерами? Как ты это делаешь? Я уже работал с такими системами. Соберись. Пора пробовать управляемые мины. Что происходит с камерами? Опять электричество шалит? Нет, это было в Гарлеме. Носорог уничтожил целую станцию. Могу я не только тот район зайти. И что же ты там ищешь? Телефон. Я отследил сигнал. Он идет откуда-то из-под земли. Ниже всего под землей находится бункер реактора. Значит, мне надо вниз. Принято! Мы его отыщем! Очередная победа Человека-паука! Человек-паук! Огонь на поражение! Черт, Майлз! Без шума нельзя! Прости, я слегка увлекся. В этой комнате должна быть вентиляция. Ведет в лабораторию, потом к реактору. Штурмовый реактор? Судя по схеме, именно он. Эй, где Ноформ, что я просил? Мы пытаемся сделать, но Мейсон не оставил записи. И? Ну, я слышал, что одна канистра Нуформа сохранилась после случая на мосту. И если бы мы могли ее добыть... Ты думаешь, будь он у меня, я бы тебе отдал? Нет, мистер Кригер. Я просто хотел прояснить, что без этой канистры нам ни за что не успеть... Заткнись. Я... Я делаю абсолютно все, что в моих силах, чтобы найти эту канистру. Однако, сейчас я бы хотел, чтобы ты вернулся в лабораторию и занялся делом. У Кригера сроки горят. Может, скажешь, чей телефон ты там ищешь? Умельца. А ты расскажешь, зачем за мной следишь? Не слежу, а приглядываю. Скажи спасибо, ради тебя я взялся за старое. Не верится, что бродяга мой дядя. А я не верю, что мой племянник решил убиться ради телефона. Так сложилось. Когда мы запустим... Ты уже близко к прототипу реактора. Их надо вырубить. Не нравится мне быть так близко к реактору. Парень, что раньше тут стоял, вернется. Когда плаза будет готова, жалобы прекратятся. Слышал, прием, тревога, он отпустит. Никого. Продолжаю патрулировать. Паук на прицеле! Попал! Задел его! А?
Отлично. Спасибо. Реактор прямо за тем взрывостойким барьером. Открыть можно с того терминала. Погоди. В городе есть другие лаборатории? В каждом из них нуформовый реактор. А Рик заболел из-за нуформа. Это нужно прекратить. Не отвлекайся. Найди телефон и сматывайся. Реактор внизу. Он питает все это здание. Телефон в самом низу. Надо как-то пробраться мимо вентилятора. И мимо этих парней. И помни, что я сказал. Не поводись. Атакуем противника! Вполне видимо. Продолжим поиски! Нас к этому готовили! Спокойно! Эй, Ганке! Решил позвонить, чтобы узнать, не умер ли ты там. Да! Спасибо! Вообще-то мой дядя мне помогает. Тот мужик из метро? Ага. Оказалось, что он еще и бродяга. Долгая история. Чего? Тот самый бродяга? Вор в фиолетовом костюме? Бывший вор! Мы не партнеры, он просто сейчас помогает. Твой дядя бродяга? Это... Прям жестянка. Знаю! Мне пора, Ганка. Потом расскажу. Раненый! Приземлите его! Прикольте! Не лезь не в свое дело! Попробуй! Теперь ты мой! Не тормози. Хочу вырубить камеры и сигнализацию, чтобы к тебе охрана не сбежалась. Повреди проводку над вентилятором. Он вырубится. Спасибо. Теперь провода. Батарея села. Только не взорвись. Отлично. Так. Камера, видеозаписи. Вот она. Ладно. Сброс ядра – задача для двоих. Ты перегрузишь его отсюда, а я прослежу на месте. Шаг первый к уничтожению нуформа. Тебе не жаль? Плоды всех своих трудов. Ты видела, что со мной стало? Сделаем мир чище. Готов? Готов. Запускаю перегрузку. 3, 2... Пина! Это не я! Промышленный саботаж. Серьезно? Кому какое дело до горстки больных бедняков? Или мертвого инженера? Да лишь винтик в этом механизме. Нет! Нет, нет, нет! Я справлюсь! Я справлюсь! Нет! Рик! Рик, нет! Нет! Фина, не смотри! Там есть кто-то еще. Найдите. Рик пытался спасти людей, а Кригер убил его.
Нужно закончить то, что они начали. Дядя Аарон, ты можешь снять защитный барьер реактора? Зачем? Ты достал телефон. Сматывайся. Этот реактор убил моего друга. Его нужно вырубить. Навсегда. Без твоей помощи я не справлюсь. Пожалуйста. Дядя Аарон? Ладно. Приготовься. Спасибо. О! Генератор такой же, как снаружи! Только гигантский! Что ты делаешь? Майлз, нет! Майлз, ты в порядке? Тебе сваливать надо. Идти можешь? Да. Дуй по коридору, живо! Мне как-то нехорошо. Куда ты? Меня рвёт на части. Телефон. Не могу удержать энергию. Майл, ответь мне, ты в порядке? Такое чувство, будто меня скинули с самолета. Зато реактор отключен. Ты почти вышел. Так, мне так нужен был ее телефон. И что мне теперь делать? Не глупи. Так Роксон доберется до тебя раньше меня. А ну стой! Мы тебя задерживаем! Им приказано взять тебя в плен. Зачем? Что им надо? Допросить? Не знаю. Какая разница? Сопротивляйся. Не стоило тебе сюда приходить! Нейтрализуйте паука! Вашу ж мать! Что? Майлз, меня выкинуло из системы. Подожди немного, я вытащу тебя. Есть! Сбейте его на землю! Это же чудо-маскировка! Действуй! Я правого! Не ломаю! Совсем! Не волнуйся! Мы с ними справимся! Эти улыбки меня не тревожат! А это вот когда мы выберемся отсюда, теперь мы оба враги Крегера! Вижу его! Почему он побеждает? Кидаю гранату! Стреляю по человеку! Мой Сейдж скоро проедет здесь! Какая разница? Увидишь! Продолжай драться! Yeah.
нужно залечь на дно. Никому не верь и не снимай свою маску. Пусть Рокса найдет другую цель. Не могу я залечь. Мне надо найти Фину. Твоя подруга умелец. Вот почему ты так волнуешься. Дело не в этом. Я должен защищать город. Скажи Фине, что хочешь вступить в подполье. Ты же сказал не снимать маску. Не говори про паука. Поговори с ней как друг. Она на это не купится. Ты удивишься. Люди глупеют, когда речь идет о близком. Например, как ты сейчас. Если скажу ей правду... Я сказал твоему отцу. Думал, он меня прикроет. Поможет. Ведь он же мой брат. А он от меня отвернулся. Если бы я молчал, может, не потерял бы семью. Ты знаешь, что должен делать.